На счастье, на удачу, в парке революции 1905 года появился необычный арт-объект. Теперь у центральной аллеи напротив административных зданий красуется большая подкова. К ней ведут две мощеные дорожки. Очень много в этом парке отдыхают людей и обращались к директору парка, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к депутатской группе. Мы оказали посильную помощь в создании этого арт-объекта. Почетную миссию открытия нового арт-объекта доверили прогуливающимся рядом молодоженам. По задумке дизайнеров, подкова устроена специально таким образом, чтобы через нее можно было пройти, словно через небольшие ворота. Многие уже начали шутливо называть объект «дорогой к счастью». У нас очень часто посещают свадьбы, это начинается пятница, суббота. И как бы молодожены, они просто в парке отдыхали, гуляли, не было такого объекта, где бы они могли пофотографироваться и какое-то там провести мероприятие. Работы по устройству этой площадки еще не закончены. Несмотря на то, что здесь уже появились небольшие цветники, деревья и украшения из камней, дел предстоит еще много. Работы по благоустройству закончат в следующем году. В последнее время мы здесь очень часто, практически каждый выходной. Вот, и парк достаточно принял очень, как сказать, хороший вид. Раньше такого здесь не было. Много всего сделали. Теперь гости парка смогут не только гулять, но и делать красивые фотографии. Возможно, скоро у ивановцев даже появится новая примета – пройти через подкову к счастью. Мария Метлицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.